То есть вот под этой породой там под везде лед. Ледяные отложения. То есть это тысячелетние. Да, тысячелетние. Эта порода нападала сверху, там уже сотни да, лет. Да, да. И закрыла лед. И закрыла лед. Учитель и пионер. Маленькие такие возможности, да, такие. Да? Так, вот здесь школьник. Вот сюда ага. Народ ходит вообще. Так, и вот тут вот этот вот Эдельвейс. Они на него, наверное, пошли. Вот, видите, парень. Ага, я вижу, вижу. Там тропка есть или они там по дикому идут? Они сами по дикому идут. Там наверху будет тропка. Ну и спускаться будут тоже траверсом, я так думаю. Вот, теперь дальше. Ну, мы сейчас пойдем. Вот тут тоже Маренное озеро было. Видите? Ага, вижу, вижу остаточки. Тут остаток, ага. Ну, растаяло. Тут ага, лед, сейчас... в общем-то, был. Можете ближе ага, подойти. Я уже... Под... Так, ага. Называется вот это место Поляна Зимина. Можете потом посмотреть в интернете. Ага. Знаменитый альпинист был местный. Ну, давно еще, в 40-е годы прошлого столетия. А тут 3200, да? Здесь уже побольше. 3200 вот там, когда мы ага. приехали. На перевале. Мы вот планируем, я не знаю, дойдем или нет, вот до этой перемычки дойти. Угу. Вот. Ну, если сможете, может, вы тоже дойдете. Вы-то молодые, в принципе. И оттуда видна вот эта пещера Октябрьская. Там пещера остатки есть? Остатки пещеры, куда всю зиму ходил народ. Как эти. Ой, она красивая диагерма. Да. Потом покажите зимние фото. Да. Там вообще такое, а вот так такая лед. Вот этот ледник. Снежная королевство. Да. Как в то это... В зеркальном королевстве. Да, да, да. И оттуда виден этот. Кстати, я сейчас покажу вам. Так, а пойдем, пойдемте. Ира, пойдем туда хоть немножко. Сходите вы сами, да, если дойдете. Нельзя. Ой, куда она пойдет? Нельзя? Нет, сейчас не этот самый. Кабинет. Вы не успеете, может? Я не знаю. Так, сейчас. Как у нас там тетя Таня-то приехала, нет?